Привет, мам. Здравствуй, милая. Как дела? У меня все замечательно. Представляешь, сегодня наша корпорация победила в очень важном конкурсе. Молодцы. А я сделала лучший в классе доклад по истории. Моя ты умница. Я в тебе не сомневалась. Мама, где папа? Он обещал мне позвонить вечером, но что-то не звонит. Папа сейчас очень занят. Что ему передать? Тогда пусть, когда он освободится, он мне сразу же позвонит. Я хочу ему все сама рассказать. Обещаю, он скоро позвонит тебе. Мисс Сеймур, у черного хода такая же толпа, мы проверяем. Эй, ребят, вон она. Госпожа Сеймур! Может, все-таки вам понадобится помощь, мисс Сеймур? Нет, езжайте один. Прокурор Кула просил приехать меня одну, он хочет сообщить мне что-то важное. Поезжайте в аэропорт. Хорошо. Мисс Сеймур! Здравствуйте, господин Кулап. Здравствуйте, комиссар. Здравствуйте. Доброе утро, мисс Сеймур. Прошу, садитесь. Спасибо. Прошу вас, господин Котонг. К сожалению, мисс Сеймур, как я и предполагал, в крови мистера Харпера обнаружен героин. И в пакетике, найденном у него при обыске, тоже оказался героин. А вот заключение гемоэкспертизы. Кровь на руках и одежде мистера Харпера является кровью, убитой Атой Читами. И заключение криминалистов. На рукоятке ножа, которым была убита Атой Читами, отпечатки его пальцев. Поскольку вы единственный родственник мистера Харпера, находящийся здесь, я обязан поставить вас в известность. Мистеру Харперу предъявлено официальное обвинение в хранении и употреблении наркотиков и предумышленном убийстве. По нашему законодательству за эти преступления мистеру Харперу грозит высшая мера наказания – смертная казнь. Мисс Сеймур. Может быть, воды? Нет, спасибо. Что дальше? Поскольку неясностей в деле нет, дело передадут в суд в кратчайшие сроки. Когда? 3-4 дня. Максимум неделя. Господин Кулап, вы же знаете Джеймса. Он не может быть виновен. К сожалению, факты очевидны. Я бы советовал вам нанять
лучшего адвоката. Я вас пригласила сюда, в машину, чтобы вы мне объяснили, как это могло произойти. Как вы могли упустить Джеймса? Мистер Харпер не разрешал себя контролировать. Но вы должны были! Это ваша прямая обязанность! Даже если он против! Где угодно, когда угодно, но вы должны были не спускать с него глаз! Когда мы вернемся в Лондон, вы будете немедленно уволены. Поскольку здесь мне вас заменить некем, будьте любезны исполнять свои обязанности надлежащим образом. Да, миссис Харпер. Нашим атташе уже связались? Да, разумеется. Я согласна на любую сумму. Залог может быть любой величины. Главное, чтобы Джеймса как можно скорее выпустили отсюда. Конечно, миссис Харпер. Что это? Здравствуй, мама. К сожалению, в деле мистера Харпера нет ни одной ошибки. Все следственные мероприятия проводились в соответствии с принятыми нормами. Документы составлены безупречно. У нас просто нет ни одной зацепки, чтобы оттянуть передачу дела в суд. Но мы уже связались с нашим атташе. Я думаю, что привлечение внимания широкой общественности поможет в деле мистера Харпера. Мы прорабатываем все возможные варианты. Кроме освобождения под залог, есть же еще вариант экстрадиции. Будьте любезны, сделайте так, чтобы в кабинете Джеймса никто посторонний не находился. Там будут работать наши юристы. Здравствуйте, миссис Харпер. Смотри там. А ты проверь этот стеллаж. Николас, звоните. Миссис Харпер, с вами все в порядке? Аткинс,
Умоляю, сделайте все возможное. Здесь посторонним находиться запрещено. Я попрошу вас выйти отсюда. Вас попросили покинуть помещение. И невозможное тоже. Зачем вы просили о встрече? Харперу грозит смертная казнь. И что? Я не хочу быть виноватым в том, что Харпера казнят. И вы пришли сюда, чтобы сообщить мне это? Если Харпера не выпустят, я буду вынужден обратиться в полицию. Халат. Свободны. Вы угрожать, что ли, мне вздумали, а? Маклейн. У вас вдруг появилось собственное мнение. Раньше вы не понимали, что Харпера хотят убрать. Теперь вдруг поняли? Смертная казнь – это уже слишком. Да кто ты такой? Ты, продавшийся с потрохами ублюдок, будешь делать то, что тебе скажут. А не будешь, получишь свою жену по кусочкам. Вот, вижу. Начинаете умнеть. Вас ведь еще не уволили? Понадобитесь, дам знать. Наконец-то! Эпоха династии Мин. Парная ваза из коллекции китайского императора. Вот удивился бы китайский император, если бы знал, что когда-нибудь эта ваза будет у меня стоять в доме. Сколько? Недорого. Хозяева слишком долго торговались, пришлось снизить цену за упрямство. Молодец, хвалю. Что с парой? Мы узнали, вторая ваза во Франции. Ну так пошли кого-нибудь по толковье. Там сложнее. Там француз, владелец антикварного салона. Так просто с ней не расстанется. Отправляй людей и не жалей средств. Я хочу заполучить ее. И подключи Стива. Что-то еще? Все-таки меня волнует Маклейн. Как-то он слишком стал напрягаться. Маклейн трус и дурак. Но он может стать опасен. Ну, как только он перестанет нам быть нужным, мы уберем его. Спасибо. Да не за что.
О продолжении работы я скажу после встречи с Асадом. А пока отдыхайте, окей? Ну ладно. Спасибо. Обвиняет в убийстве гражданки Наронга и употреблении наркотиков. Подробности от нашего специального корреспондента в 15 часов. Можете брать любую. Сегодня все пишут об одном и том же. И что они пишут? А пишут, что какой-то англичанин принимал наркоту и под кайфом убил нашу девушку. Это какая-то ерунда. Это не ерунда. Европейцы думают, что могут сюда приезжать и насиловать наших женщин. Но не тут-то было. Этого Харпера казнят, и я этому очень рада. Может быть, тогда другие задумаются, прежде чем вытворять такое. Пресс-конференция. Прошу сюда, сюда. Я вас предупреждал, что все может пойти именно в эту сторону. Местные средства информации настроены резко против европейцев. Здесь не Европа. Здесь все гораздо сложнее. Это Азия. Я думал, привлекая внимание общественности, мы помогаем мистеру Харперу. Миссис Харпер, я всей душой болею за мистера Харпера. Но по законам этой варварской страны мы ничего не можем сделать. Пусть ваши юристы попробуют сделать что-нибудь на суде. Смягчающие обстоятельства, чистосердечное раскаяние, что-нибудь. Благодарю вас, мистер Галбрейт, за ценные советы. Извините, я не хотел учить вас жизни. Суд состоится. Этого не избежать. Что дальше, будет видно. Не будем загадывать далеко вперед. Здесь все непредсказуемо. Спасибо, мистер Галбрейт. Вы сделали все, что было в ваших силах. Я рад, что вы так считаете, миссис Харпер. Разрешите откланяться. Всего доброго, мистер Галбрейт. А с вами, мистер Аткинс, у меня будет отдельный разговор. Что с вами, миссис Харпер? Миссис Харпер. Так, аккуратнее, аккуратнее. Вам плохо? Лис в очень плохом состоянии. Что будет завтра, неизвестно. Мы в состоянии полного тупика. Выход есть из любой ситуации. Надо успокоиться и понять, что еще мы можем сделать. Что? Я уже думала об этом. Я уверена в том, что Джеймс не виноват. А значит, мы можем попытаться это доказать. Каким образом? Не знаю. Но если Джеймс не убивал эту девушку, значит, в номере, где их нашли, должен был побывать настоящий убийца. И, возможно, он оставил там свои следы. Но полиция обыскивала их номер. Но я уверена, что они не искали никаких следов. Для них вина очевидна. Джеймс пьян, руки в крови. Зачем им лишние хлопоты? То есть ты будешь настаивать на повторном обыске? Чтобы они провели его так же небрежно? Ну и что ты предлагаешь? Я думаю, что нужно провести обыск самостоятельно.
Ты с ума сошла. Почему? Мы находимся в чужой стране, а ты собираешься нарушить ее закон. Ты еще больше навредишь Джеймсу. Тебя арестуют, обнародуют в прессе. Отличная помощь получится. Извини. Извини, что я так говорю, но мне кажется, что действие, которое ты предлагаешь, это неправильно. Хорошо. А как по-другому? Не знаю. Надо подумать. Пока мы будем думать, мы потеряем время. Лучше что-то делать, чем сидеть и ждать, пока Джеймса казнят. Если с ним случится что-нибудь, я себе этого никогда не прощу. Боже мой, что будет с Корой? Ну, хорошо. Хорошо, подожди. Хорошо, я все-таки считаю, что это неправильно, но раз так решительно настроено, хорошо. Я готов идти с тобой. Ты собираешься пойти со мной в опечатанный полицией номер? Да, я собираюсь пойти с тобой в опечатанный полицией номер. А как еще? Естественно, тебя одну туда не отпущу. Идем. И пусть нас обоих арестуют и посадят. Поехали. А ты, пожалуй, все-таки прав. Мы не должны ходить туда. Это может быть слишком опасно. Правильно, это чужая страна и чужие законы. Мы можем только навредить Джеймсу. К тому же Лиз привезла с собой высококлассных юристов. Я уверена, они ему помогут, правда? Вот это правильно. Надо действовать законным путем. Ты же знаешь, главное не терять надежду. Твоя уверенность в невиновности Джеймса – это сейчас ему лучшая помощь. Нет, знаешь, я уже поеду, поздно. Я хочу еще зайти к Лиз, проведать ее. Да, конечно. Завтра увидимся. Я не знаю, очень напряженный день. Я позвоню тебе, ладно? Договорились. А можно счет, пожалуйста? Добрый вечер, Маклейн. Как здоровье миссис Харпер? Добрый вечер. Она в постели. Мы вышли с предложением об освобождении мистера Харпера под залог в размере 1 миллиона. Но, к сожалению, отношение к нам сейчас крайне негативное. Нам отказали. Что значит? Отказали. Миссис Харпер, после пресс-конференции это было предсказуемо, но мы предусмотрели это, и мы вышли с предложением об увеличении залога до 3 миллионов. Хорошо, Аткинс. Я все еще надеюсь на вас. Извините, я... Только хотела узнать, как вы себя чувствуете? Спасибо, все в порядке. Может быть, все-таки вызвать врача? Не стоит беспокоиться, спасибо. Аткинс, я вам уже говорила, что сумма залога может быть какой угодно большой. Не хватит 3 миллионов, увеличивайте. 5, 10. Главное, чтобы Джеймса выпустили. Не волнуйтесь, миссис Харпер. Мы сделаем все, что... У меня будет к вам большая просьба. Пожалуйста, следите внимательно за состоянием здоровья миссис Харпер. И если ей станет хуже, вызывайте сразу врача, несмотря на ее протесты. Хорошо, мисс Сеймур. Спасибо. Спокойной ночи. Thank you.
Я благодарю вас всех за проявленное терпение и лояльность. Ситуация сложная, и расслабляться нельзя. Нам нужно выполнять поставленные перед нами задачи. Времени до финального тура в обрез, поэтому все работаем в активном режиме. Контроль за выполнением работ я поручаю вам, Дезерт. Это все. Теперь работать. Спасибо. О, нашел. Вот она. Вот она, эта поправка. Мисс Сеймур. Я только заберу документы по тендеру. Конечно. Нет, этот вариант нам тоже не подходит. Дезерт. Да? Эти предложения нужно подкрепить подсчетами. Это ваша работа. Через 2 дня следующее совещание. Понятно. Мисс Сеймур, хотел спросить, как там мистер Харпер? Держится. Передайте ему от всех нас привет, скажите, что мы верим. У него будет все хорошо. Спасибо, Дезерт. Я обязательно передам ваши слова. Да, господин Наврула. Еще раз добрый день, мисс Сеймур. Здравствуйте, господин Наврула. Зачем вы хотели меня видеть? Тут не очень удачное место для беседы. Уделите мне всего час вашего времени. Всего час? Не волнуйтесь, на этот раз я не повезу вас в джунгли. Предлагаю тихое место, здесь недалеко, чтобы обсудить один очень важный вопрос. Какой? Это касается мистера Харпера. Здесь немноголюдно. Не люблю шум и суету, поэтому выкупил ресторан на пару часов. Прошу. Спасибо. Спасибо. Я здесь довольно часто обедаю. Хотите что-нибудь порекомендую вам? Спасибо, господин Наврула, я не голодна. Если можно, давайте сразу к делу. Как скажете. Дело в том, что я видел пресс-конференцию миссис Харпер. Мне очень жаль, что общественность настроена так негативно. Я бы даже сказал, агрессивно. К сожалению, вы правы, это так. Вот я и подумал, чем я могу помочь мистеру Харперу. Помочь? Вас это удивляет? Ну, в общем, да. Почему? Да, мы конкуренты в бизнесе, но мы живые люди. И вы сами, и мистер Харпер. Просто симпатичны мне по-человечески, а потом, разве цивилизованные люди не должны помогать друг другу в такой дикой стране? Ну и что же вы предлагаете?
У меня есть кое-какие связи здесь. Можно попытаться добиться смягчения приговора для мистера Харпера. Правда? Да. И заменить смертную казнь на пожизненное заключение. Спасибо за предложение, господин Наврула. Но я очень надеюсь, нам удастся доказать невиновность мистера Харпера. Завидую вашей уверенности. Что ж, держите меня в курсе, мисс Сеймур. Хорошо. Спасибо, мне пора. Не провожайте, не хочу отрывать вас от обеда. До свидания. Подождите. Я хочу, чтобы вас отвезли. Есин, пусть Малик отвезет мисс Сеймур, куда она пожелает. А ты мне нужен. Подойди. Рад был вас видеть, мисс Сеймур. Я тоже, господин Наврула. До свидания. До свидания. Садись. Я уверен, она что-то задумала. Глаз с нее не спускай. Она не глупа. Уверена в невиновности Харпера. И так хочет его освободить, что действительно может до чего-нибудь докопаться. А это крайне нежелательно. Понимаю. Вот и хорошо. Иди работай. Привет. Привет. Ты не звонишь, я волнуюсь. Вот решил сам набрать. Как дела? Прости, я просто неважно себя чувствую. А что с тобой? Я могу чем-то помочь? Нет, ничего серьезного. Голова разболелась. Наверное, перенервничала. А прошлой ночью даже глаз не сомкнула. Может, все-таки зайду к тебе? Я с работы еду, скоро буду. Нет, нет, не надо. Я уже выпила снотворное. И сейчас ложусь. Я думаю, мне просто нужно выспаться, и все будет в порядке. Понятно. Ну ладно, тогда спи. Сладких снов тебе. И если понадоблюсь, обязательно звони. Хорошо, спасибо. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Добрый. Я вас слушаю.
Будьте добры, поставьте, пожалуйста, этот букет в номер мисс Сандры Сеймур. А мисс Сеймур только что вышла. И если хотите, я передам ей букет, когда она вернется. Вы уверены, что она уехала? Да, конечно. Спасибо. Всего доброго. Черт. Добрый вечер, мисс. Могу я вам что-то добрый подсказать? Добрый вечер. Простите, а у вас есть свободные номера? Конечно. Свободных номеров-то уйма. Скажите, а правда, что у вас недавно здесь произошло убийство? А вы что, тоже слышали? Угу. Да, мисс. К сожалению, это правда. После этого чертова убийства съехала половина постояльцев. А могу я осмотреть номер, где это произошло? Посмотреть номер? Ни в коем случае. 109 номер опечатан полицией. Скажите, а соседний номер свободен? К сожалению, нет, мисс. Его только что сняли. Но зато свободен, который прямо над ним. Вот. 109 точно такой же. Нет, спасибо. Очень жаль. А то, смотрите, номеров свободных много. Скажите, а вы могли бы мне подробнее рассказать о том, что случилось? А вам зачем? Дело в том, что я журналистка. Я пишу серию статей о Наронге. Я хорошо вам заплачу. Конечно, мисс. С удовольствием. Отлично. Может быть, тогда чаю? Прошу. Угу. Посидите пока, я чай принесу. Угу. Вот, пожалуйста, угощайтесь. Осторожно, осторожно. Горячий. Благодарю. Горячий. А может, немного? Нет, нет, нет. А я, пожалуй... Ну, за интервью? Ну, давайте. Куда мог пропасть ключ? У нас тут все спокойно. Все давно спят. Я вас уверяю. Тихо. Да? А я говорю тебе, в участок поступил сигнал, что опечатанный номер кто-то вскрыл. Где запасной? Вот дубликат. Полиция! Всем оставаться на своих местах!
Ты говоришь, соседние заняли? Ну да, меньше часа назад. Ну ты даешь, дедуля. Вообще не следишь за порядком в своем клоповнике. Да все ж тихо было. Тихо у него было. Открывайте, полиция! Полиция! Стой. Открывайте немедленно! Да-да, сейчас. Кто там? Я говорю, полиция, да открывайте его. Быстро! Открывайте, не то я открываю дверь! Побыстрее! Да, сейчас оденусь. Да кто там? Откройте иду, иду. Дверь. Иду. Да. Сержант Чаймень, документы предъявите, пожалуйста. Минуточку. Пожалуйста. А что случилось? Ничего подозрительного не замечали? Вот это наш постоялец. Я вижу. Есть еще кто-нибудь в номере? Нет. Точно? А, я вспомнил, да. Ходил кто-то по коридору. Когда? Да недавно. Я как раз лег на кровать и вдруг слышу, кто-то идет так тихо. И зашел какой-то из соседних номеров. Ну, потом я уже заснул. Да не было здесь, сержант, никого. Извините за беспокойство. Отдыхайте. Спасибо. А ты, болван, меньше спи на работе. Мимо тебя толпа могла пройти, ты бы не проснулся. Да не спал я, что вы? Да, конечно, не спал он. Я тебя еле растолкал. Можешь уходить, они ушли. Ой, слава богу. Ой. Зачем ты мне наврала, что не собираешься в отель, а? Прости. Я не хотела тебя вовлекать во все это. Но почему ты должен рисковать? Это мои проблемы. Запомни раз и навсегда. Нет твоих и моих проблем, есть наши. Поняла? Вот и хорошо. Обещай мне, пожалуйста, что больше не будешь одна лезть на рожон. Я обещаю. Тебе надо уходить. Буду ждать на соседней улице. Всего доброго. Ладно, и не спи на работе. Осмотрел всю гостиницу, никого не нашел, так что вызов, похоже, ложный прием. Понял. Ну что, разбудили? Теперь заснуть не могу. Пойду прогуляюсь где-нибудь. Извините, работа такая. Все в порядке. Да, принял, выезжаю, конец связи. Что я подумала? Нужно выяснить, кому было выгодно, чтобы наша компания проиграла тендер. В финал конкурса вместе с нами вышло еще две компании. Компания Наврулы и компания Зеро. Ну, Наврула навряд ли. Вряд ли Асад пошел бы на такой риск из одного тендера. А что за Зеро? Что за компания? Не знаю. Я до этого о них ничего не слышала. Надо их проверить. И еще. Джеймса с проституткой везли на такси из бара. Надо выяснить, из какого и съездить туда. В барах надо спрашивать всех, кто видел Джеймса или кого-то, кто рядом с ним крутился, понимаешь? Я поговорю с Маклейном. Ковалев приехал в мотель раньше нас. Как выяснилось, снял соседний номер. Значит, он знал, куда она поехала. Выходит, что так. Скорее всего, и от полиции ее спрятал. Какого черта за ним не следили? Расслабились? Мы же решили, что... Нет смысла в круглосуточном наблюдении. Я помню. Жаль. Я думал, он умнее.
и не полезет в эту заварушку с Харпером. Так, может быть, все-таки убрать? Нет. Он слишком ценен. Убирать мы его не будем, пусть работает. Нам не нужна лишняя шумиха. Нет, я не понимаю. Не понимаю таких людей. Лезть в такое дерьмо из-за чего? Из-за бабы? С такими деньгами, что я ему плачу, он может любую выбрать. Но на контроль его поставить надо. Готовьте подарок. Что еще есть по делу? У нас есть завязки в тюрьме, где сидит Харпер. Можно перевести его в общую камеру. А там иногда случаются драки, а в них кто-то иногда случайно погибает. А вот это хорошо. С Харпером надо кончать.